Запись пошла. Ну, плохо вот цифру сделали, нарочно делал кто-то. Не то, что не профессионал, а никакой. Так, иди-ка сюда. Вчера мы второго вороненка поймали. Ну, пойдем сюда за мной следом. Видишь, вот как вот все. Там махал, он сидел, даже не шевелился. У вас понятия нет этого, что надо тихо вести себя. Махнул, а теперь вот я шарашу здесь. Из-за того, что ты не орнитолог. Вот сюда рядышком встань. Вот сюда. Вот они. Они улетят сейчас. Ну вот они рядышком, становись сюда подальше. Вот он, видно, где второй. Кстати, я Володю снимаю здесь, еще подойди поближе. Потихоньку, потихоньку подходи. Я их в руках держал вчера, и они уже привыкли. Очень быстро приручаются. Как бы в городе содержал. Так, остановись, остановись. Вот он где. Ой, какие они вот. Вороватая такая птица, но очень умная. И вон там, да, дальше они были вчера. И он за ночь ее, ну, опять ты ушел. Я а еще раз... Это же не фотография, это же видео. Что я там стоять-то буду? Не трудно же пока постоять маленько здесь. Он начинает крыльями шевелить. В городе такой не найдешь, чтобы два маленьких вороненка были. А тут дальше, вот где, вон там это лагерь наш, теперь музей. Это вот здесь мы обрабатываем. Вот они. Все, сейчас полетит он. Вон он. Видит, куда подлететь. Вот так. На другую ветку. А ну-ка к этому потихоньку подходи. Потихоньку. Говорю, Гуля, кар-кар-кар. Потихоньку, потихоньку. Все, ну ходи, поймай его. Поймай. Скорее в траве, не, что он запутывается прямо. Быстрее бери его в руки. Это он кричит, мать зовет на помощь. А, мать вон она кричит. О, ну-ка, какой он уже. Вот так, не бойся. Она кричит, мои, мои, мои. Ну и все, пошли. А там дальше, видать, он как раз костер наш. И отсюда же, видать, ради чего мы все стараемся. Пруд. Сейчас я там покажу с той стороны. Симаковский пруд, Симаковы. Фамилия была, которая этот пруд делали. И мы так и решили его называть. Память о старых жильцах. Тут все ямы, ямы. Это тут новая улица строилась. План был к 1972 году на 750 человек. В 1972 году последние наши родители отсюда тронулись. Это вот уже пруд самый, где видать. Ну, на все на этом. Сейчас мы вот здесь начинаем обрабатывать.